Ребята, у нас встреча такая хорошая. Я в Москве, я встретилась с Ириной. И вот сидим мы, разговариваем, и любуюсь я, потому что очень, ну, изменений много я вижу во внешности. Это радует всегда. И прямо, вот, Ирина, руку покажите мне свою. Посмотрите, какая рука. Сколько вам лет? Можно признаться? 60 лет. Вот посмотрите, какие ручки у девочек взрослых. Вот секрет. Масла? Наверное, омега-лецитин. Да, омега-3, лецитин, витамин D, кардицепс. Кардицепс. Коктейльчик, наверное, плохий. Вот, пожалуйста. А, ну и еда, конечно, лохва и нутриберн, мое любимое. Понимаете, качественный белок. Витамины, масла, и будут у вас ручки. А ведь возраст выдает шею и руки. Руки? В первую очередь. Руки, да, руки и шеи. А вот наши девочки вот такие вот красотки. Ой, приятно же, да? А знаете еще, что приятно? Приятно осознавать, что от тебя исходит запах свежести. Вот. Это очень хорошо. Да. А вот запах меня напрягал до, ну, скажем, год назад, да? Я 8 месяцев в НСП. И еще год назад меня напрягал запах. Я думала, неужели это уже запах старости? А сейчас я чувствую запах свежести. И это так классно. Да, и когда ты понимаешь, что впереди ты еще будет лучше. И это, да. Ой. Девочки, ну, короче, думайте. Пока вы думаете, мы молодеем. Да, мы пьем хорошо.